Короче, я за Нави голосую, все равно, несмотря ни на что. Я голосую за Нави, потому что я считаю, что на опыте они смогут сейчас расфармить эту темпларку. Плюс есть Легион, как герой, который сможет Ликана, да, остановить. Ну, в смысле, остановить, просто зафиксировать его. Если ведь он будет, я хотел сказать, собираться, не жадно, то все шансы есть. Кстати, поймали у нас Калица. Ну, не то, что поймали, его еще и убили. До начала сражения. Ну, 1-0. Хорошо. Айсберг пугает. Очень сильно пугает айсберг. И он с дезолятором и вместе с флаем выходит сейчас у нас на кентаврусика. И там Рамзес прилетел, айс бластик. На! Ну ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рассыпается Мелис без шансов вообще. Как там что? А, Мелис сцепляет. Ребят, поймали Мелиса. Дуэлька. Дуэлька есть? А, ну шикарно. Шикарно. Вторая дуэлька победная для Нави. И обратите внимание на нетворсы. Они начинают просто расти. Так, поймали Мелиса. Полетела из бластик. Хорошо. Минус Мелис. Деспират пока живет с должным шифтом. Это все эту грязь. В итоге нужно крылаток-то остановить. Дуэлька есть. Но Рамзес без блинка догнать его не так-то просто. Рамзесу блинк в этой игре, кстати, нужен будет. Но пока он думает больше о пайпе. Попчам-то нажимает у нас смокит. Ну, поехали, поехали, поехали. Вот он, Витюн. Но пацан с реинкарнацией. Мне подать не хочется. Хочется какой-нибудь поинтереснее. Вырывается Витюна. Но вообще он ему вообще просто плевать на все. Забирает Мелиса. Рамзес, можно ж крыла. Дай дуэль по нему и все, ты че? Вот, команда, помогите. Помогите, кто-нибудь. Не помогает Рамзес, короче, здесь. Не помогает Рамзесу никто. В итоге умирает айсберг, забирает флая. Ага, крылат, подходит Витюн. Собакин форма еще шипшит, короче, работает у него. А че, БКБ не было? А у него БКБ, у него было БКБ, у него не приехало, ну прикиньте, в драку. Ну просто у него в драку не приехало, и все. Угу. Дота баф. Все, хэвэй район, я понял. Я тебя понял. Тут, кстати, Пакчам пособираются вместе, смотрите. Вы видели на айсберг реакция бога? Есть, в итоге. Нападает у нас, нападает на Крылат. Крылат прожимается стампит, там что? Там пролетел Мортимер Кис, флай. Айсбластик надо бы дать. Дается айсбласт, забирает Деспирата. Плюс дуэлька еще для Рамзеса победная. Для него уже 50 урона у него. Витюн, ну прыгает айсберг, пошел. На, но почему не бьешь? Почему крипов бьешь, а не героя? Вторую сторону забирают, тут там сидит Роджер. Умирает. На и отступают. Ну, зачем рисковать? Стрики отдавать этим. Так. Деспираты, кстати говоря. Но убить не получается. Айсберг БКБ. Возможно, Ромат, возможно, и нет. А возможно, убивают. У нас кентавра падает, у нас Мелис. Крылат бежит за Рамзесом. Кстати, неплохо. Ведь он умирает, но воскрешается вновь обратно. Помогите кто-нибудь Витюну, ведь он больно. Витюн там забирает у нас Рамзеса Крылат. Витюн играет своим армлетом и играется вроде бы успешно. Ага, получается играться. Умирает Дукалис, умирает Деспират. Ведь он до сих пор все еще живой, живой. Нет, не живой, добиваюсь таки его. Туги Феникс чуть не умер, а. Ну что получилось? Получилось, что у Пакчампов, ну поздновато уже. Поздновато. И Крылат уже без шейпшифта. В итоге алибарда получает на какое-то время айсберг. И Крылат даже улетит отсюда, смотри. Даже улетел. Так, тут за атак опять. И просто бить. Айсберг, просто бить и все. Да, здесь Зорька, посмотри, какой урон страшнейший. Просто фантастика, залетает урон. Да и ты понятно, про кого говоришь. Минус Дукалис, Дукалис в итоге нажимается. БКБшечка у него суперного полетела. В итоге есть Дримкоил. Крылат уже шейпшифта нет. Он засыпает суперного, ведь он, по-моему, есть реинкарнация. Нормально, айсбластик. Шикарно будет просто, просто космос по Крылату. От флая сейчас залетел айсбласт. Ну, тут джиджит 27 минут. Но эта игра закончилась на 22 минуте. Когда Най выиграли драку. Да. Надо это сделать. Опачки, а вот это уже интересно, кстати говоря. Забирает у нас Витюна, подкопчик, мина. Прекрасно, прекрасно. Флайт горит, интересно ли нет. Ты берешь, да, надеваешь крутые очки, повернувшись
спиной. Кстати, Роджера забирает 2-0 за пакчампами. Повернувшись спиной к этой линии, уходишь в лес. И в лесу тоже шикарно фармишь. Минус Дукалис. Дукалис забирает, а вот это опять ведь он минус. Видимо, его снова через суицид и Борострайк забрали. Так еще и Флай убьют сейчас. Это 4-1 за пакчампами. Мелис отсюда улетает. Ведь он уже второй раз умер. Нормально, спираты. Ну, вопрос, хватит ли по нему урона? А похоже, хватит. Слушай, бой-ой-ой, 45 хп остается. Астрал слепо нажимает. Есть, там передик, разгон, минус. Есть, по за Дукалисом погоня. Забирает Дукалиса. Айсберг делает даблкил. У него вообще все прекрасно. Так, ну, Айсберга на ульту развели. Ну, и здесь сразу уже генг, отряд готов. Будет ли какие-то телепорт? Телепорт не будет, минус айсберг. Забирает айсберга, хорошо, убийство неплохое. Ну, с морфом его тоже пошел, на самом деле. С хорошим морфом. Так, там у нас, что, забирает флай, минус флай, подтягивает ведь, превращается в Сан Кинга, нажимает Бро Страйк. Ну и снимает Мелис с ветрячки, так что можно отсюда отступать. 1000 монет остается, кстати говоря. Да. Минус Роджер. Саня, какой сейчас самый сильный хардлайнер? Ну, сейчас, секунду, раунд ZS, то можешь доверить сейчас, кстати говоря. Флай дерет, забирает астрала, приходит в единство, да, флай краснючая. Он примерзает и крылат делает ласт хит, 17-8. Там что, там раунд ZS копнули. Раунд ZS, ведь крылат через 3 секунды будет стан на него готов. В итоге в минус делает еще один ведьюн, хорошо, Дукали забирает, раунд ZS выживает. В итоге раунд ZS возвращается обратно, он неплохо регенится очень, там подходит айсберг. Начинает айсберг драться, у него на сакрит бабки уже есть, надо купить ему, наверное, этот сакрит взять себе. Деспират, и что по спулам у него? А два астрал стопа имеется, так что он сюда уйдет. Почему? У меня, кажется, ошибка большая от деспирата. Нет, все у него под контролем. Так. Ну шо, флай, на Дукалис, пошли, Дукалис поймали. Есть эпицентр, рейдбластик хороший, раунд ZS неприятный, нажимает пайпу, прожимает стампит, но он примерз, к сожалению, так что он пал. Там падает также флай, минус флай, остается 3 героя, 3x5 будет сейчас драка. Приходит ведьюн, но драться, наверное, здесь уже не стоит, кончается. Сейчас у айсберга ультимейт, шикарный подкоп от Мелис, полетит суицид, и Роджер тоже должен будет умереть, вопрос только когда он умрет. Вот сейчас мы должны быть 21-9, ребят. Вот он агонимчик. Здесь куда пошли? Напали на айсберга. Айсберг не та немножко цель. Кастуется, финит не кастуется. Пока эпицентр Бро Страйк срабатывает линка. Деспираты сайленс не очень прокнет. Нужно ведь ему помочь команде своей. В итоге бейте, просто бейте, и все. Айсбласт словили. Рамзес краснючий, ведь он что с ним? Ведь он пока живет. Бро Страйк. Деспираты это убили, получилось убить. Разлин только один в один. Минки разбиваются, падает флайчик, минус флай, кстати говоря, ведь он в контроле находится, но раз мидл один. Конечно же. Айсберг взрывается у нас в миду. Угу, минус айсберг. Прекрасно, здесь что? Нашли Роджера, айсбластик, суицид туда, и минус Роджер, деспират делает. Кио 25-10 уже, ребят. Так, ну шо? Есть врыв. Кастуется эпицентр, никто его не сбил. В итоге флай в таверне отправляется, умирает у нас СК, Мэрис в таверне. Пока драка идет, айсберг кончается, брови тайм. Сейчас можно будет развернуться, палец, тело из глаз, пятерочка, минус айсберг забирает айсберга. Кого будет бить, Роджера или флая? Флай залетает на разгончик, получает стан, сразу начинает его бить, астрал степ шикарный. А хватит ли урона, по идее нет, превращается ведьюн у нас в аппарат, начинает давать. Свой рассказ, ну, ломало, минус флай, флай в таверну, Дукалис получается убийц, но минус Дукалис, уже что-то. Уже что-то. Угу. И Роджер долго живет, конечно, спору нет, Роджер очень плотный, если он магии не бьет здесь, Крылат даже первый раз может умереть, хотя Рамзес также может умереть, и Рамзес умирает, Крылат на инкарнация пошла. В итоге минус Витюн, Витюн в таверну, ну и Роджер, кстати, последнее. Это минус Роджер, ребят. А вот это реально уже больше похоже на 1-1 становится. Все, пошел крылат, Настрал наваливает минки.
Так, ну что, Брустрак имеется. Брустрак на разворотиках неплохой. Айсбласт полетел по Рамзесу. Попал по Рамзесу. Рамзес умирает. Там было куча мин. Айсберг срабатывает у него ультимейт. Минус флайк. Остается эпицентр. Брустрак. Поймали у нас Витюна. Минус Витюн в таверн направляется. Умирает также Айсберг. Ну, наверное, можно сдаваться. А можно подефать, конечно, пробовать. Ну, в общем, тут уже делает Нави. GG. Мне кажется, здесь все-таки Нави плохо исполнили. 1-1, ребят. Помню, если Нави проиграет эту встречу, именно серию проиграет, следующую карту, короче, то Нави нам уже не едет никакой вообще. Забывает. Так, Виверность. Так это по мид, и я согласен полностью, по чем по мид здесь. ДП против Фантомки смотрится хорошо. Рамзес. Врывается Рамзес у нас. Дукалис. Есть Cold Embrace. Шикарно. Калис хилит, Cold Embrace еще, конечно, спал приятно очень. Рамзес-то заберет у нас ФБ, но... Не разменяется никак. Хорошо, 1-0 за Нави, прекрасно. Никто свою, ну, линию не выиграл, прям так жестко, кроме Деспирата. Деспирата линию свою выиграл, ну, на 1000 мы до сих пор, кстати, ведет. Будет ли какая-то поддержка, Айсбергу нужна помощь, Айсберг умрет просто сейчас, и все, минус Айсберг. Прекрасно. Тут, кстати, флая увидели. Поймали, есть Виндетка, Импейл, начинает харасить, сын Флай должен умереть будет, да, минус Флай. Ну, кстати, еще Витюн-то, ребят, не закончилось это все еще. Врывается Витюна, Виндетта, Импейджик полетел, нажимает со стампиди, хватит ли урона, должно хватать, минус Витюн. Это 6-2, подставился еще Роджер, минус Роджер, там кто, там прилетает Флай, не успевает он дать фолспромос, понятно, он пролетел очень поздно. Вы че? Что это происходит сейчас в доте? Раптурка на Флая, полетели за Флаем у нас, Виндетта, Импейджик, просто ручкой его нужно бить, и все, не забирают. 8-2. Как так? Было два больших турнира. И в этих двух больших турнирах, сейчас, секундочку, напали на Дукалис. Опять нажимает Cold Embrace, на себя хилится, живет. Мортимер Кис полетел. Раптурка подходит сюда, нажимается Блодрайт. Айсберг без маны, без ресурсов, минус Айсберг. Айсберга забирают, гонят Флай. Флай какое-то время даже поживет сейчас. Тут его Деспирата сопроводит, если что, до таверны проводит, скажем так. Сопроводил, там увидели Рамзеса. Раптуры, понятно, нет. Раптурка уже была нажата, в итоге Нарошана заходит у нас Пакчамп, сразу же шикарное решение. Витюна, и кстати про Витюна вспоминаю. У него врывается здесь, нападает, нажимается экзорцизм, полетел сюда Флай. Флай успеет 100%. Так, Мелис пошел Флай мешать здесь. В итоге нажимается БКБшки, блинк на Айсберга. Тут Астрал импейлом не попал Витюна, но убьют здесь Айсберга минус Айсберг. Там что, Флай пока живет, Витюн выживает тоже. Красный очень крылат, но опять этот Cold Embrace фантастически с талантом на плюс 1.5% хитпоинтов в секунду. Регена здесь поймали еще. Минус Флай, и Флай еще забирают. 14-3, в итоге никого не потеряли. Никого. С Шартиком уже будет там Рошанидзе. То есть уже будет полный боекомплект. Рвается Кентавр, получается уже стан. Интересно, под сайленсом находится у нас Мелис. Успеет ли дать на себя Cold Embrace? Успевает, в итоге захиливает стамбили Витюна. Минус Витюн, поймали Роджера. Роджер живет. Мелис на себя просто, внимание, Рамзес все сфокусировал. Здесь поймали Флая. Флай не дал еще фолспромос. Да и давайте ему и не нужно, потому что нужно умирать. Фолспромос потом оставлять. Это в итоге минус 3 от команды Пакчамп. В итоге разбивает вышку Тир 2, никого опять Пакчамп не отдали сейчас в драке. Даже не Нави, Пакчампа, извиняюсь. Нави у нас на скольки-то нажали, смотри. Вырывается Дукалис, на него вешается лото сразу же. В итоге Cold Embrace, либо, наверное, сразу на себя дать. Сразу, да, Cold Embrace, что ты делаешь? Не делает он ни хрена. Вот это ошибочка была от Дукалиса. Он купается обратно в игру. Ай, Витюн дали по нему, конечно, фолспромос. Интересно, выживет ли он? Вопрос интересный. Нету еще экзорцизма. Ставится курса. Дукалис после байбека умирает Флай. Витюн пол КП. Живет, есть дринкойл. Пошел удар с Виндетта. Минус Витюн. Не сделали еще. Он лайфстилит с своим сатаником. МПЛ все сделали. Минус Витюн. Погоня за Айсбергом. У того есть арбар. Рамзес гоняет у нас Деспират, но... Я даже не знаю, кто кого гоняет на самом деле здесь. Мне кажется, наоборот, все происходит. Айсберг ушел отсюда, да? Айсберг ушел. А вот Рамзес, скорее всего, не уйдет. Подходит сюда Астрал. Это 22-6. И это Рошан сейчас будет. Ну что, Пакчампа у нас нажимается экзорцизмы. И пошло, поехало.
В итоге Карапаси, ой, подставляется Айсберг, ой, подставился Айсберг, куда ж ты идешь дальше, пошли на Роджера, Роджера поймали, Роджер кусь, минус Роджер, падает Роджер, там залетает Меллис, Раптурка по флай, флай прячется в амулет, неплохо, кстати, неплохо, реально неплохо, и тут что это такое, Рамзес залетел со спины, Рамзес нажимает ДКБ, успеет дать на секунду эмбрейс, то успеет, конечно. Дукалис умирает, Рамзес выкупается Нави, все кто могут, это был последний бэбэк у Нави, который есть хвосте и чушу. Ну, короче, когда все поуходили, все абсолютно решав у Нави, они были уже... Все составы были ужасны. Все абсолютно составы. Здесь МПЛ полетел. И вот только Флайтуму нормальный состав был. Витюн. Бластики полетели, рассыпает. Дукалис, минус Дукалис. Бэбэка у него не 30 секунд еще. Витюн. Есть Сатаник, МПЛ есть, Ветра есть. Все в него засовывать, чтобы Сатаник задолжить. Минус Витюн. Ведь он без байбека, тут залетел у нас Рамзес, получает кучу урона. Рамзес падает, Айсберг где? Вот он, Айсберг, за ним погоня идет, он нажимает пока блинк, и телепорта у него нету. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Кстати говоря, у Деспирата уже готов экзорцизм. GG. GG, ребят. Просто, ну вот, блядь, просто нет слов. Я не фанат Нави. Я не фанат там Virtus.pro, я не фанат Спиритов. Я фанат LGD. Но, если без шуток, я фанат СНГ Доты, скажем так, да? Я безумно люблю СНГ Доту. И мне очень обидно, что вот так вот Нави безответственно, ужасно сыграли вторую и третью карту.